Катим. Всем привет. Сегодня я вам расскажу про Waldorf NW1. Это Еврорек модуль от компании Waldorf, от немецкой компании Waldorf. Насколько я был удивлен, когда получил эту коробку, потому что она выглядит просто шикарно. Посмотрите, векторный модуль отрисованный. Типографика. Качество печати идеальнейшее. Снимаем первый чехольчик. Тут черная коробка. Инструкция, как подключать, чтобы не напортачить. Отличные полиграфии. Вот такой мини-мануал, где написано, какая ручка за что отвечает. И сам модуль. Модуль выполнен из толстого железа. По сравнению с другими модулями Еврорек, он, конечно, тяжелый, но, блин, ради этого веса можно, конечно, пожертвовать весом, точнее, ради того удовольствия, которое ты испытываешь, когда держишь его в руках. Ручки железные, переключатели. Все дело в том, что компания Waldorf для меня является проводником в мир синтезаторов, потому что мой первый синтезатор был Waldorf Blofield. Это такой десктопный синтезатор без клавиатуры, который полноценный инструмент, можно было подключать его по USB к компьютеру, либо с помощью MIDI-клавиатуры играть на нем. Настолько он мне нравился, что я решил купить еще и клавишную версию спустя какое-то время. И спустя еще какое-то время я продал их оба. Вот. И сейчас Waldorf снова пришел ко мне, но вот уже в таком Еврорек формате. Это Wavetable, осциллятор, который отличается от классического субстрактивного синтеза, где в качестве волны используются синусоиды, треугольник и квадрат. Этот Wavetable синтезатор имеет возможность использовать в качестве голоса звуковые волны, например, кусочек голоса можно записать и вот такую сложную волну использовать в качестве осциллятора. Это очень интересно. Такой синтез является цифровым, называется таблично-волновым, то есть это Wavetable модуль. И, кстати, у этого модуля есть еще такой редактор, voice generator. Ты можешь написать какой-то текст, и он будет его воспроизводить. Но чуть попозже посмотрим на него. А, кстати, чуть не забыл сказать по поводу деталей. Вы посмотрите, вот к каждому модулю прикладывается 4 болтика для того, чтобы крепить их в Еврорек-систему. Так вот, здесь эти болтики, они пластиковые, прозрачные. Я такое вижу впервые. Очень хочется его потестировать уже скорее. Мануал, кстати, был для того, чтобы правильно подключить вот этот вот проводок. Там есть красная полоса, она отвечает за минус. Места у меня в рейке нет уже, поэтому подключил так внешне. Ну что, включаем? Ручка спектром, она управляет как раз таки спектром волны. Это точно зверь. Двумя проводами я подключил LFO внешний LFO для управления параметрами звука. Добавляю эффекта реверба и дилея.
вам. Мне напоминает борцов Канады. Вот редактор, в котором можно либо загрузить звуковую волну в качестве осциллятора, либо воспользоваться лирикс-эдитором и написать любое слово на латинице. Но иногда приходится делать пробел между буквами, чтобы голос правильно расставлял интонацию. Иначе он сливает буквы. Все эти волны закружаются в свободные слоты, их можно сохранить на модуле и использовать в любое время. Не скажу, что это основная функция, все равно это интересно.